31 августа на стадионе «Труд» города Каспийска состоялся отборочный этап на Кубок Кавказа по стрельбе из лука. Организатором является руководитель региональной общественной организации молодежи Рамазан Гайдарбеков при содействии администрации города, председателя совета имамов Каспийска Мурада Исмаилова, а также благотворительного фонда «Инсан». Это у нас получается чемпионат города Каспийска по стрельбе из лука. Мы хотим выявить два человека, два чемпиона. Они будут выступать уже там, на Кубок Кавказа. С каждого города по два человека будет выступать. Помимо стрельба из лука, там будет проходить также и футбол, настольный теннис и волейбол пляжный. Волейбол мы провели, футбол тоже уже команда есть у нас, города предоставит, и по теннису тоже у нас есть два человека. Участие в соревнованиях принимали как спортсмены данного вида спорта, так и просто желающие горожане и гости региона. Оценивала их компетентное жюри по бальной системе. С приветственным словом перед началом соревнований выступил тренер по стрельбе из лука Мурат Мусаев. Приятно, наконец-то, что в Каспийске проходит такого рода мероприятие. Вот желаю всем от всей души, от чистого сердца удачи. Каждую стрелу, каждое действие в своей жизни делайте ради Аллаха. Я думаю, у вас все будет хорошо и успехи не заставят себя ждать. Вот всех, кто проникнется этим видом спорта, жду у себя в секции. Приходите, научусь стрелять, чтобы каждая стрела, каждый выстрел у вас попадал в цель. Отметим, что победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и подарки от благотворительного фонда «Инсан». По результатам отборочного этапа два участника, занявших первое и второе места, будут представлять Каспийск на региональном этапе Кубки Кавказа в конном клубе «Зебра» 15 сентября.